Церковь Святого Эммануэля в Яффе не только дом молитвы, но и храм искусства. Примерно 10-12 раз в год здесь собираются настоящие ценители органной и хоровой музыки. Еще 2 концерта в апреле, 2 в июне, и этот сезон успешно закрыт. Главная цель прихода – объединять людей с разных континентов, с разными вкусами и взглядами. Именно поэтому здесь можно услышать, как церковные гимны сменяются отрывками из опер, романсами и даже джазовыми мотивами. Более того, здесь и иврит соседствует с латынью, греческим и русским языками. Как правило, слушатели приходят к 8, и уже через полчаса небольшое здание наполняют величественные звуки. Среди слушателей много друзей и родственников выступающих, поэтому проходит все трогательно и по-домашнему. Здесь очень особенная атмосфера. Всегда в церквях, при данных концертах очень особенная атмосфера. Если это акустика, это очень сверка, это завораживает. Действительно, послушать классику мастеров высшего класса, это, конечно, душевный подъем. Тот узел связи, который нас держит с далеким прошлым, с далекой культурой, разных эпох, разных периодов и той интересной жизни, которой мы здесь живем. Все концерты в Святом Эммануэле бесплатные. Впрочем, каждый может что-то пожертвовать. А деньги церкви и правда нужны. Оплата счетов, уборка и даже чистка органа, который стоит здесь почти полвека – все это недешево. Более того, в последние месяцы ходят слухи, что землевладения церкви выкуплены и очень скоро будут застроены элитными особняками. Оно и понятно, уж больно место хорошее. Что же ждет прихожан и просто любителей музыки, неизвестно. Но не зря говорят, что будет, то будет, а будет то, что Бог даст. Кирилл Пучик, Татьяна Пучик, Эриал Джорн.